Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, заберем свои ежедневные награды. Так, в магазинчике открываем колоду. Выпадает нам, ага, Кирби. Собственно, персона вылетел все-таки, да? Хорошо, пробежимся по серии испытаний. Кстати, давай-ка мы, наверное, сегодня ее и закончим. У нас там осталось всего лишь два поединка. Единственная проблема, лишь бы не отдуплиться. Так, возьму, наверное, Армагона. Возьмем Бакстера. Зека я, скорее всего, трогать не буду, кожеголовый упадет. Крэнк и, наверное... Подожди, даже не так сделаем. Даже не так, наверное, все-таки возьму Шреддера. Блин, Микеланджело взять, что ли? Мне нужен будет хил. Ладно, возьмем... Нет, 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 не Майки. Все-таки это будет не Майки, это будет, наверное... Это будет, наверное, все-таки Усаги. Поехали, друзья. Не будем брать хила. Попробуем без него обойтись. Так, ну что? Ксевьер Монтес, пора тебе, наверное, отдупляться, я так думаю. Усаги, Усаги, ну что ж ты так, а? Мог бы двойную атаку, конечно, лупануть бы по нему, и все. И делов-то было на копейку. А так, видишь, нам приходится тут мучиться. Кожеголовый. Во, красавчик. Только хотел его обвинить, думаю, ну что ж ты его не добил-то. Охламона сосунка этого. Ну что, Масуха? Крутит, вертит, запутать хочет. Ага, вот так, значит. Ну что ж, тигриный коготь, извини, тебе не повезло. Goodbye. Так, и Рокстеди. Добивай его, Крэнк. Прекрасно. Ну что же, мы переходим с тобой на последний, заключительный этап. И будет у нас смятение пройдено. Так, выберем, значит, такой же состав, который у нас и был. Блин, Крэнк был целеньким, уже потрепанный, да? А слэш я брать не буду, наверное. Давай вот так вот сделаем. Думаю, никаких особых проблем здесь не должно у нас возникнуть. Так, острозуб плосконосый стоит и ждет. Заблокируй его. Не, не хочет. Ну давай сделаем так тогда. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну. Так, теперь консервные банки у нас остаются одни лишь. Молодец, Лео. Двойными атаками ему прописал. Ну а вот и сам Крэнгушка. Давай, давай, давай. Сейчас он деловой. Будет потирать свои лапки. Мне еще нравится, как он появляется такой, знаешь, спиной отвернулся, типа, ну давайте, давайте, типа, идите, идите. Да и с таким еще надменным взглядом явился. Так, начинает, короче, буянить. Поехали. Что-то Усаги у нас сегодня не хочет никого блокировать. Так, Шреддер Малорик. Давай тройной укусик, я думаю, этого хватит ему, чтобы его тут распластать. Не хватило, да? А если так? Все. Все, друзья. Да иди, иди, спи. Вылез он сюда. Из последних сил, типа, да? Как я и говорил, смятение из другого измерения у нас пройдено полностью. Так, открываем. Ну, здесь, понятное дело, ничего хорошего для нас не выпадет. 100% завершено. Поехали. Так, что у нас тут? Змейка Вин выпадает. Дальше нейтрализатор, Паукус, Рокзар, Зек Леонардо. Так, Рафаэль плюс Донателло, Майки и Рафаэль плюс Микеланджело. Но меня интересует больше вот это, конечно. То, что здесь 11 тысяч мы с тобой мутагена получили, 12 телепортов, ну и, конечно же, вот эти вот все фишки. Плюс 25 долларов. Так, забираем здесь награду. И теперь пойдем сразимся в легких, в сложных боях.
Где мои маленькие маузеры? Вот они. Давай, родные. Получили левел ап. Так, две книги нам нужно найти. Две. Так, что-то пока... Ага, раз. Два. Ну вот, ребят, две книги нашли. И остается еще найти 10 комиксов. Эти 10 комиксов, как всегда, ребята, фиг найдешь, да? А нет, есть, один нашли. Второй, это же он, по-моему, да? Ну да, тут другого нету. Так, третий. Ну, третий. И все? Серьезно? Ну давай. Не хочет. Ладно. Не особо, конечно, хочет к нам эти книги выпадать. Еще 5 книжек нужно будет найти. Но это уже как-нибудь в следующий раз. Вот так вот. Забрали. Что дальше? А дальше нам нужно, ребята, на аренке подтянуться. Ну, мне кажется, что сегодня у нас суббота, да? Сегодня у нас суббота, точно? Блин, ну-ка. Глянем. А то уже совсем, да, сегодня, ребят, суббота у нас. Лига сёгунов, одна звезда. Ну, что я тебе скажу, вряд ли мы, конечно, перейдем, успеем перейти до Лиги мастеров. Потому что очень много, ребята, времени прозевакал. Еще раз повторяю, я заболел. У меня, ребят, давление, поэтому как бы не было возможности засиживаться в играх. Плохо себя чувствовал. Вот. Ну и, соответственно, очень много здесь времени потерял, так скажем. И вряд ли я, конечно, успею здесь все это нагнать. Хотя и очень бы хотелось. Да что такое, даже Хана не можешь ушатать. Ну смех да грех, ё-моё. Давай, давай, это вот хотя бы сможет отдуплиться. Микеланджело-то. Так, здесь, наверное, пойдем с разбега попробуем наказать Ваньку. Так, отлично. Пробьешь ты? Пробьешь ты, конечно, пробьет он тебя, ага. Так, минус Майки. Минус Бибоп. Ай-яй-яй. Ай-яй-яюшки. Есть. Ребятушки, зря я, конечно, рискнул вот так вот испытать, как говорится, свою удачу. Не надо было этого делать. Просто не надо было. Ну ведь ты знаешь, я же неугомонный. Я не могу им этого простить и позволить, чтобы они здесь чувствовали себя царями. Поэтому и влез в эту бучу. Значит, сделаем немножечко по-другому. Давай будем брать с тобой одного из более-менее таких прокачанных персонажей. И вместе с ним в придачу пойдут менее прокачанные бойцы. Это, во-первых, у нас сократятся риски на проигрыш. Ну и этим самым мы будем с тобой быстрее продвигаться, как говорится, к топчику. Опять же, все зависит от того, сколько нам будут давать кубков. Если мы... Ну, смотри, 66-е было, 51-е. Ну, 15 кубков здесь в данный момент мы получили. Если даже по пятнарику будем получать, это будет неплохой, ребят, результат. Я бы даже сказал, очень хороший. Так, а будем брать... Да ёк-макарёк, лезет он. А будем брать не особо таких сильных. Ну, например, вот здесь можно взять спокойно Джастина. Я надеюсь, Джастин, ты по инициативе сможешь сделать первым ход. Пожалуйста, я тебя умоляю, блин. Конечно же нет, блин. Конечно же, ребята, нет. Какой от него, блин, первый ход? Дождешься, пожалуй, ага. Первый ход ты от него. Ха-ха, смотри, смотри. Опа, и минус. Захотел хильнуть. Но не тут-то было. Как же я обожаю, ребята, вот этого Леонардо, который просто блокирует эти все попытки от хила. Это круто. Ну что ты, что ты, что ты, что ты, Рокстеди, делаешь? Ну что ты делаешь, ну? На-ка тебе стрелой. Блин. Лео, ну как так-то?
Как так ты не смог его пробить стрелой? Ё-моё. Эх, непонятно. Ну что, 33-я позиция. Замечательно. Так, здесь я возьму, наверное, Змейка Вьюна и Донателло. Раз, два, три. Здесь я взял не особо сильных бойцов, 70-го всего лишь ранга, но зато двоих, ребят. Это вот как бы именно на подстраховку. Давай, Дуни, вызывай свой супер-пупер камень. Пробьешь? Изи. Так, теперь, пожалуйста, давай-ка вот этого, наверное. Еее, всех. Я думал, что он только одного подобьет, но он, видишь, своим криком подбил всех. Отлично. Да в плане, была 33-я позиция, стала 30-я. Вы что, серьезно, вы издеваетесь сейчас в данный момент? Ну как так-то? Ну, вот я не понимаю, ребята, вот этой фигни. Ну с какого перепуга всего три ступеньки-то перепрыгнули, ну? Не знаю. У меня в голове не укладывается, из-за чего вот это вообще может происходить? Что у них там за сбой? Ну, получается, действительно, у них продвижение по лиге идет рандомно. Как захочет, извините меня, игра. Она захочет, даст тебе 15 кубков. Она не захочет, она даст тебе всего лишь продвижение по 2 ступеньки. Помнишь, были случаи, когда мы вообще с тобой с места не двигались? То есть мы как бы выиграли поединок, но мы даже ни на одну ступеньку не поднялись. Просто где были, там и остались. Не понимаю я. Так, мы с тобой топчемся пока на 15-20. 15-20. Ну давай попробуем здесь, наверное, еще взять Паукуса. Так, Микеланджело плюс Паукус. Раз, два, три. В общем, что здесь будет у нас? С помощью Микеланджело я буду делать, наверное, все-таки уклонение. А с помощью Паукуса попробуем их ослепить паутинкой. Ну, в принципе, неплохо. Так, надо здесь ушатывать быстрее Леонардо. Почему? Потому что он сейчас может вылечить свою команду масхилом. Все. Масхил больше не будет. Так, этот тоже делает массовую атаку в ответку нам. Да ты хорош. Блин, вот достал-то, а. Так, мы здесь залечим раны. И поехали дальше. Минус Крис Брэдфорд. Так, надо нам, наверное, Донателло как-то попробовать ушатать. Минус Донни. Так, Ванюшу теперь попробуем. Есть, Ванька упал. И здесь попробуем ускорить команду. Провокацию, что ли, взять? Попадает. А если вот так вот? Есть. Слушай, ну нормально мы справились. Прям в лобешник ему плевок такой был. Прикольно. Ну что, мы переходим с тобой на Лигу Сегунов? Нет. Не переходим мы на Лигу Сегунов. Две звезды. Печаль-то какая-то, а. Ну что, я возьму тогда Макмана здесь. Раз, два, три, четыре. Как-то у меня очень быстро тут заканчиваются бойцы, если честно. Очень быстро. Я даже ничего, честно говоря, не успел сделать. Даже в ранг не успел подняться, уже бойцов практически нету. Вот только сейчас мы сможем перейти, я надеюсь. Ну. Так, ребят, Сёгун, две звезды. Интересно, до трех звезд вообще реально сегодня зайти или нет? Мне кажется, нереально. Так, ладно, Бакстер пускай будет. Мне кажется, что сегодня нереально нам дойти, а очень хочется. Так, сейчас будет, по-моему, ходить первая Карайка все-таки, да? Ну, конечно же. Конечно же, ребят, Карайка. Кто еще может тут первым сходить? Давай смертельную волну. Отлично. Майки не жилец. Так, бросай бомбочку.
Сыграли. Мы сыграли как по нотам. Так, 13, как говорится, ступенек мы пролетели. Но этого мало. Если я возьму, например, слэша. Ну, помнишь, да, мы с тобой слэша тестили недавно. Он, ребята, почему-то он не может справиться. Он с 50-ми уровнями, он их не может завалить всех. Он обязательно кого-нибудь оставляет в живых. Хотя вроде такая мощная машина, я думал, что, ребята, он будет вообще изумителен. Кто-то мне сказал, прокачай его по скиллам на 7-й левел. Ребята, я вам скажу, если я на 7-й левел и стал бы кого-то прокачивать, то уже, поверь, не слэша, а Кренга, Супер Шредера, я не знаю, Усаги, кого-нибудь, но не слэша. Почему? Потому что вот те ребята, про которых я тебе сказал только что, они на 6-й ступени, их просто рвут. Просто рвут. Армагон не на 7-й ступени, он сейчас в данный момент на 6-й, поверь мне, он бы просто бы порвал бы здесь всех одной своей плюхой. А слэш нет. Слэш просто-напросто их не может добить. Меня вот это вот просто вымораживает. И вот мы с тобой когда кроликов прокачаем, я посмотрю, как будут кролики себя вести. Поначалу мне не нравился, помнишь, Крэнк? Я говорил, ну, Крэнк что-то как-то фиговенько бомбит. Потом, когда мы его прокачали, у него вот этот луч смертоносный бомбит просто божественно. Сейчас он у меня, ну, чуть ли даже не самый лучший боец. Ну, вот у меня идет разделение между Крэнгом, да, и Супер Шредером. Но мне кажется, что... А, нет, даже не так скажу. Я скажу тебе следующее. У меня идет разделение не Супер Шредер, а Крэнк и Армагон. Вот так вот, наверное, больше. Потому что у них потенциал там, извини меня, мама, не горюй. Особенно у Армагона. Армагон, конечно, да. Он если даст дрозда, то там уже ничто не спасет и никто им не поможет. Просто лютая машина для уничтожения. Вот. А в то же время Крэнк, ну да, у него есть тоже две массовые атаки. А почему тоже? Ну, в принципе, да, ребята, они с Армагоном чем-то схожи. Потому что у Армагона торпеды есть, да? А у Крэнга ракеты. Они даже, как бы, если честно, похожи между собой по скиллам. Вот. Так что... А вот Супер Шредер, у него всего лишь одна массовая атака. Но мне нравится то, что у него есть еще поддержка, это масхил. Да, пускай это будет постепенный масхил, но он все-таки есть. Я иногда, сам понимаешь, без хила, ну никуда. Нужен обязательно хил, чтобы где-то как-то в экстренной ситуации, чтобы можно было залечить раны. Так, Роза, давай вставай в стойку. Так, что нам тут надо? Давай пробьем, наверное, Шредера. Так, он иммунитет. Зачем он сейчас это сделал, я не знаю, ребят. Так, ну-ка, пробьешь? Да, пробьет. Неплохой вот этот удар, кстати. Взмах мечом и пробивной, так сказать, да? Сверху вниз. Если его еще и прокачать, то он будет вообще топовый. Нет, мне кажется, мы даже до Лиги Сёгунов 3 звезды сегодня не доберемся. Так, а в понедельник я, ребята, иду на прием. Там уже, не знаю, либо выпишут, или что там будет. В общем, надо будет смотреть. Так, как думаешь, Леонардо справится с 60-м уровнем противника? Вот и я что-то не знаю. Давай проверим. Конечно, справится. Еще какие-то сомнения, говорит Леонардо, говорит, Рэй, у тебя еще какие-то сомнения ко мне есть, что я типа справлюсь. Ну вот, мы справились. Так, погнали дальше. 16-21. Так, ну что, берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Армагон бескомпромиссный. Просто берет, делает и с высоко поднятой головой уходит с пьедестала. Он такой немногословный парень, но очень мощный. Убойная мощь, конечно.
Так, и сейчас посмотрим, на какую позицию мы переместимся. Давай 14-ю или там 12-ю. 15-ю дал. Так, можно мне, пожалуйста, 16, вот, 16-21. Возьмем супершредера. Раз, два, три, четыре. Слушай, ну хватит, нам мы перейдем все-таки в следующую лигу. Получится у нас реализовать, так скажем, все это дело. Угу. Давай, Шреддер, добивай своими кланфутовцами. И теперь, сколько там? Наверное, еще один поединок нам надо будет сыграть, и все. Ну да. Чуть-чуть, вот надо вот специально, да, вот на, хоть на одну единичку, ну, замедлить. Так, кожа головы, твой выход. Раз, два, три, четыре. Ну, кожа головы тоже, ребята, хорош. Мне нравится он как персонаж. Пускай у него тоже одна всего лишь массовая атака. Но зато какая. Очень мощная. Очень, ребята, мощная. Плюс то, что мне нравится, у него есть провокация. Иногда очень может помочь и выручить, как говорится, от уничтожения твоих бойцов. Так, жалко, мы, конечно, сегодня до Лиги Мастеров не успеем добраться. Ну, нам не хватит героев. Грубо говоря, у нас остается только один Крэнк. Жаль. Жаль, конечно. Ладно, будет день и будет пища. Завтра попробую, если все будет хорошо. Потому что сегодня, ребята, я весь день проспал. Лег сегодня где-то в час дня и проснулся вот в данный момент на моих часах 10 вечера. То есть весь день проспал. Ну что же, с ареной на сегодня закончено. Что у нас еще есть? Так, смотрим. Здесь мне ничего не надо. Так, а вот здесь, пожалуй-ка, я поиграю. Потому что нам нужны элементы. И их нужно обязательно, ребят, добывать. Потому что скоро бойцы у нас прокачаются, и надо будет их всех прокачивать на 7 уровень. Ну, я имею в виду 7 уровень скиллов именно. Да что ты? Нормалек. Так, вот у нас здесь Зек, Хан. Угу. Так, давай попробуем, наверное, Хана вальнуть. Молодец. Ух, Зек, ты мой родной. Так, Зек, какой Зек? Этот Усаги, ё-моё. Я просто смотрю на Зека и думаю, и смотрю на него и думаю про Зека. Так, вот мне нравится у Макмана вот этот вот пробивной удар, когда он идет и боксирует. Пробивает, конечно, божественно. Так, здесь что, давай попробуем, наверное, вот сюда бомбануть. Слабый, слабый удар. А если мы сделаем с тобой баф? Отличный баф. Двойные атаки. Прикольно. Ну-ка. Есть. Так, пиццелицева добивай. Все, ребята. Здесь у нас получилось вообще замечательно. Так, давай забирать тогда. Да подожди ты. Вот что мне надо-то. Так, доллары. Жетоны. Так, фонарь. Снаряжение негодники. Комикс-варвар. Да вы серьезно, вы сейчас мне не дадите, что ли? Есть, получил, ребята, эксперт снаряжение. Как раз на последней попытке. Ха, прикинь. Фартануло. Так, и поднимаем еще один уровень нашим кроликам. Даже вот так сделаем. Вот, ребят, 71 уровень они имеют. Так, у нас еще есть возможность, да, пофармить? Пока есть, давай фармить. Так, нам нужно 5 комиксов. Уже, по-моему, 4. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну где, ё-моё?
Все, у меня и пицца кончилась. Да, три комикса еще осталось. И прокачаем до 6-й ступени. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.